Поехали к сильному врагу или чё, я не знаю, там была надпись типа сильный враг. Я уже жду босса, по идее, но что-то пока босса не случилось. Но, скорее всего, где-нибудь за этими воротами будет босс. Тут как-то пустовато. Чё тут? Непунктуальный человек. Кек. Осторожно, старуха. Ну все, короче, старуха. Блин, 5000. Да, хрен с ним, 5000 душ, это не так уж страшно. Просрем, просрем. Так, своих гавриков. Так, ну я все-таки, наверное, убираю щит. Щит это убираю. Так. Так. Что чувствую, здесь, скорее всего, босс. Ну, я так думаю. Ну да, похоже очень на босса. Очень похоже. Да. Раз пошла заставка, так не забыть скриншот сделать. Блин, ну я так думаю, там на магичка, поэтому. Здрасте. Поэтому я одела магическое все. О, здрасте. Это босс, что ли? Нет, это не босс. Сейчас босс придет, судя по всему. Здрасте. Тише, маленькая пташка. Скоро я рожу тебя заново, дитя чистое и непорочное. Я поняла тебя. Я вас поняла. Я так полагаю, надо от этих сначала избавиться. Ну, здесь как раз бы пика пригодилась бы, по идее. Где-то такой босс, помню, был в третьем Dark Souls'е. Убивая мелких, короче, я убивала основного. Не пой, ты ужасно поешь. Здесь, походу, не так. Она спускается время от времени, я так полагаю. Просто я этого не заметила. Ах ты, собака. Так, ХП. Спускайся, псина. Давай драться честно. Где она? Она будет вообще спускаться, не? Собака. Давайте, мои милые, пора перерождаться. Ты давай спускайся, собака.
Спускайся, псина. Псина. Что за жесть? Что за нахрен? Ай. Что происходит вообще? Как ее бить? Вопрос. Ну, она сейчас в каком-то куполе, это бесполезно его ее бить, я так полагаю. Что за... Надо делать, серьезно. Немножко хп ей снесли. А, вот, смотри. Давай, спускайся. Ай! Опять. Так, короче, бьем. Бьем. Да ну хватит. И у нее потом хп вроде как это. Ну этот самый. Падает. Броня ее. Убивать, короче, тех надо. Желательно побыстрее. Надо, наверное, копье взять. Ай. Я, пожалуй, сейчас копье переодену. Если мне дадут, конечно, это сделать. Где мое копье? Поехали. Так. Так. Поехали. Да, ну хватит. Что нахрен вообще? Очень неприятный босс. Ай. Да блин, достали со всех сторон. Да, у меня уже сейчас хп кончится таким образом. Так, разбилась. Сейчас она спустится. Королева Ренала полнолунная. Что-то ты какая-то такая себе королева. Хилая. Что-то босс этот легкий по сравнению со Сгодриком, конечно, такое. Ну, как бы, не знаю. Ничего сложного. А, сейчас будет, наверное, вторая стадия, да? 100%. Ах, мои ненаглядные. Триньте страх, я обниму вас. Наберитесь терпения. Не-не-не-не-не. Вы будете рождаться раз за разом до скончания веков. Блин, только не говори, что вторая стадия сейчас будет, да? Ибо я Ренни колдунья. Ты не вправе тревожить сладкую дрему матери. Ну да, я так и знала, что это будет вторая. Первая ушли чересчур, это легкая. Мерзкий вредитель. Пусть твои уста расскажут всем. Блин. Я поняла. А последний король из рода Кари, Ренали, полнолунный. Ну, я так и знала, блин. Что сейчас будет вторая стадия, да? Величие ее колдовской ночи. Да. Я говорю, что-то слишком легко было, поэтому сейчас будет дубль 2.
А у меня ни хпшек, ни хрена. О, еще и дракон, привет. Еще и дракон. Я вас поняла. Вот еще дракона нам и не хватало. Ай! Все, хп нету. Собака. Надо было меч брать, блин. Ну все, конец. Я поняла. Ну, все, я, в принципе, поняла. Что это? Что надо с мечом, во-первых. Во-вторых, это не сложно. Просто долго. И первая стадия, там, походу, какого-то определенного надо моба бить, который, с помощью которого она вот эту свою броню держит. Вот. Блин. Так, подожди. Ну, бежать к ней этот капец, конечно, далеко. А почему так далеко бежать? Неужели нет какого-то более близкого пути? Попробовать со щитом, во-первых. И... Так. Все-таки я, блин, не распределила, ладно. Инвентарь. Так, что я хотела? Так, этих... Я хотела волков все-таки призывать лучше, наверное. Их много. И они будут бегать, скакать и убивать этих. Чувих. Так, ну, вроде все. На первой стадии вообще нельзя терять много. Иначе... Иначе хреново. Так, кого нужно убивать, чтобы ей разбить? Вот эту, кажется, чувиху. Да. Вот эту. Лай. Вот эти, которые творят золотое, вот этих надо убивать. Ай. Так, идем. Что первая стадия, по идее, несложная. На ней вообще не надо терять. Но я теряю. Да, блин. Вот эту надо убивать, да. Золотой. Золото. Золото вокруг башки надо убивать. А я просто поначалу... Ай-яй-яй, ты и так еще делаешь? Ни хрена себе. Так, где золотая хрень? Что-то всех мои волки, что-то это... Где золотая фигня? Не вижу. А, блин, много теряю. ХПшки, блинский, блин. Где? Не вижу. Было такое подобное. Я помню. Я помню, такое подобное было. В этом. В третьем Dark Souls. Да, блин! Она и первая стадия нормально так припретывает. Вон, вижу. Вижу собаку.
Где еще? Тут что плохо, что сложность в том, что она это. В том, что она... Что их много. Да, блин. В том, что их много, и найти именно нужную сложно. Я тщательно ищу. Но не на... Да задолбала ты. Вон, вижу. Как сложно, как сложно. Как оказалось, блин. Ну я уже все ХП просрала, блин. На первой стадии только. Что-то волки ни хрена не помогают вообще. Ну, первая стадия, у меня две хпшки осталось. Ну что это? Никуда не годится. Ай. Так, это можно пропустить. Надо было меч намазать. Мне его нечем мазать. Да ну, конечно, давай, давай. Что это за хрень? Ну конечно, да. Да ну нахрен! Да, этот босс будет посложнее, конечно. Самое сложное — это путь к ней. Так, поехали. Так, сразу же. Это едим. И поехали. Так, волки, давайте там. Творите дел. Я пошла. Собака, вон я ее уже вижу. Вот как от этого увернуться, я не знаю. Говорю, вроде босс простой, но... Ну не простой, ни хрена. Давай спускайся, тварь. Вон еще одна, вижу. Да ты зараза. Сейчас она должна спуститься. Ну бей ты ее. Так, сейчас взорвет, уходим, блин. Так, ладно. Поехали дальше искать, блин. Собак этих. Волки позорные, не особо помогают. Да ну как ты так, блин, попала-то по мне, а? Псина ты. Где золотая хрень? Не вижу. На рожон не полезу, нахрен. Пусть волки разбираются. Ах ты, собака, вон она, вижу я. Псина такая. А вы, волки, вообще не тех бьете, ё-моё. Вообще не тех. Вон она, собака, вон, вижу ее. Да, книги эти летающие напрягают. Давай, спускайся, зараза. Ладно, первую стадию прошли более-менее. Вторая будет посложнее, конечно. У-ху-ху-ху-ху. И волки вроде живые. Вот
скотина, а. Посмотри, что делает, а. Собака ты такая. Ну вот ты посмотри, ты посмотри, ты посмотри на это, а. Вторая стадия, это вообще жесть. Так хорошо первую стадию прошла, ну ты серьезно? Может просто не торопиться ждать. Ну, первая стадия, в принципе, нормально проходится. Если не лезть на рожон. Если на рожон не лезть, то нормально. Да, блин, книга долбаная. Так, вижу. До нее еще дойти, блин, надо. Сейчас взорвется, беги, блин, ну что я не отбегаю, а? Помню, в третьем Dark Souls был подобный босс, там тоже призывал он этих друзей-товарищей своих. Не вижу. О, господи, напугал меня. Так, вижу, вон она, золотая. До нее еще добраться надо. Стадия, окей, проходится спокойно. Что делать со второй, я не знаю. Ой. Ну, если амулет кончается от чего-то, на описание прочитал до конца. После 50% тем уже не работал. А на Самаре я использовал на маркете этот предмет. Ну, это уж прям сильно имба, это же неинтересно же так. Да ну! Как от этого уворачиваться, а? Собака сейчас призовет псину свою. Вот так вот, собака. Я надеюсь, третьей стадии у тебя не будет. А я запись-то включила? Я, кажется, запись не включила. А, нет, включила. Фу. Я думала, я запись не включила, прикиньте.
Ого, с третьего раза, да, получается? С третьего или с четвертого? Не, ну она как бы простая на самом-то деле. А что я подобрала, блин, пепел какой-то? Медуза. Медуза, да, медуза хороша. Так, а что я подобрала? Подожди. Что-то я подобрала. Да, медуза хорошо травит, кстати. Я это на Маргете, по-моему, я ее использовала. Она мне прям помогла, серьезно. Так, что же я выбила? Что-то выбила. Пепел какой-то, да, по-моему. Но я что-то в порыве даже не посмотрела, что выбила. Ну да ладно. Куда вы сбежали, мои милые? Выходите. Выходите, где вы не прятались. Здесь вот ольканик и света. Не стесняйтесь, выходите. Может, не надо? Или выберите хлад могилы, разве не лучше родиться снова? Ты больная какая-то, чувиха. Давайте я сначала сяду к костру. 40 тысяч мне за нее дали! Это же два уровня, как минимум. Ну, полтора. Ни хрена себе, 40 тысяч. Так, подожди-ка. Стопэ. Давай, удачки тебе. Удачной работы. Так. Сразу прокачаю, я хп качаю до тридцатки. Так, ну чуть-чуть не хватает. Так, давай поговорим с ней, что она нам скажет. А, это ты? Ты жаждешь нового рождения? Хочешь вылупиться из яйца, стать моей милой крохой? Ты что, больная, что ли? Перерожди. А, вот у нее как раз можно перераспределить навыки. Я поняла. Персонализация это что? А, это можно сменить внешность, что ли, получается, да? Но я не хочу. Да. Сменить внешность и переродиться. Все, я поняла. Тревожься и не страшись. Ты станешь моей пташкой, любимой и долгожданной. Окей. Так. Вот запомнишь, что она сидит в великой библиотеке? Ну, я думаю, я запомню, что она здесь сидит. Вот. Здесь тем более же телепорт. Ну, вот такая, блин, боссиха. На самом деле несложная, просто... Ну, надо просто не спешить, не торопиться, не беситься. И все будет окей. Так. Здесь есть что-то? Молодец, о, молодец. Просто посмотрим, что-нибудь есть тут, нет? Полный человек, ну да, полный человек здесь не пролезет явно. И худой тоже. А, ну это как раз то место, где мы с ней дрались, да, получается? Как, и все-таки, как же тут дверь открыть? Все-таки интересно. Ну да, мы же с ней здесь дрались, точно. Теперь она здесь... А, здесь сундук. Подожди, здесь что-то еще лежит. Стопэ. В смысле, заперто? Как понять, заперто? А ключ же у меня есть. Алло. Требуется любовник и тогда друг. В смысле? Ты не имеешь права, ты не имеешь права. А почему? В смысле? Почему заперто-то? Слышь? Не наглей, чувиха. Отдай. Отдай то, что у тебя там лежит. Чего впереди требуются семена? А, ну да, личинки. Ой, вот такие вот дела.